eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ну что же, всем вновь привет, с вами Slam, студия StarLadder TV, ну и давайте, наверное, посмотрим сейчас матч Куражей против нереальной команды Fnatic, которая не смогла в Катовице, так же, как и много других команд. Собственно говоря, карта будет Inferno между этими коллективами, и это будет единственная карта, единственный шанс Куражей сыграть хоть как-то ровно. Но по последним матчам можно сказать смело, что они выглядят весьма интересным, весьма интересной командой. Ну вот, правда, из последнего общения с Блейдом я сделал вывод, то, что он играет все-таки пока еще больше по фану, но может быть, вот именно сегодня, сейчас, кстати, Кураж занимает сейчас 14-ю строчку на позициях Стар-серии, StarLadder, но вот может быть сейчас они немножечко ее попробуют поменять, не знаю, в худшую сторону или в лучшую. Сайдпик, друзья, карты Инферно, и Кураж наступают очень-очень язвительно, сразу первый минус за Призраком, и Константин Кривошеев давит, но Фнатик отвечают тем же, и как видим, все-таки, по-моему, это будет игра за защиту от шведов, и что покажет российская команда, пока не ясно. Ну что ж, состав такой. На самом деле, флаг можно бы и Украины было им поставить. Просто, как бы, The One, Simple, Призрак, Blade, это все украинцы. И World Edit — единственный представитель России в этой команде. Но, тем не менее, под русским флагом. Ладно, фиксим. Но это может даже как организация идти. Посмотрим на Симпла, молодой, талантливый, может что-то покажет. Составы команд перед вами на экранах. Fnatic — это Pronex, DevilWolk, JV, Schneider, Flusha. Команду Кураж представляет сегодня Simple, Blade, Призрак, World Edit и The One. Погнали! Первый пистолетный, и Куражи будут пытаться атаковать медленно Бэпленд. Блейд уже туда вышел, был чекнут мидл. Fnatic не играли агрессивно на центре. Не чекали, соответственно, действия оппонента, оставив DevilWolk одного на Бэпленте и укрепив заведомо заранее апленд на 4 пистолета. Ну вот DevilWolk сейчас собирает, в принципе, все флешки, которые из него залетели, и попадает в тупиковую ситуацию. Ему здесь даже не постреляться, как бы, если вылезет, то получит. Ну и Кураж просто так угадывает направление атаки, угадывает меньшинство оппонента, заходит в пустой бэпленд. Самая главная задача сейчас — это не натворить делов и остаться в живых. Самое... Ну вот начало плохое, и ретейк от команды Fnatic будет вообще жесткий. Флюши минус Призрак, уже двоих Кураж теряет. Блейд размен, остаются позиции Б3 и Тёмка. На Симпла вся надежда, но он стреляет, попадает, но не четко. 2-1 загоняет World Edit, и Яскин не отдается. Осталось поставить по последнему, и World Edit не отпускает раунд в дуэли против DevilWolk. Хотя это была даже не дуэль, это был просто жесткий клатч. И 100 хипового парня он вырубил практически сразу, тем самым обеспечив себе отличные шансы при перестрелке 1 на 1. Ну и 1-0 в пользу команды Кураж. Хорошее начало. Можно их с этим поздравить. Посмотрим, конечно же, что будет дальше и как дальше будет складываться обстоятельства этих парней. World Edit. Дуга. Дуга-дугашенька. Там DevilWolk бегает. Ну, Fnatic сейчас, конечно, будут злиться. А команде Кураж можно пожелать... Вот они, кстати, посмотрите, как сыграли. Сразу взяли, разбежались зачем-то. Ну, правильно делают то, что сейчас будут собираться на дуге все вместе, чтобы атаковать в несколько девайсов, несколько единиц оружия, а то могут попасть в засаду. Fnatic просто тот же самый раунд делают наш, что и пистолет. Короче, тренировка пистолетных раундов от Fnatic. В следующем раунде, возможно, также встанут. Вот сейчас самое главное — понять Куражам то, что на Б реально все как было, так и осталось. Но... время тянут, мидл чекается. И посмотрите, Fnatic побежали на Б. И Кураж начинают заходить. Но заходят они очень медленно. Валбанги есть.
пока чекают плент, там уже будут просто шведы в пятером. И шведы уже в пятером. Ну что же вы делаете, а? Ну как так? И с учетом того, что там три фармгана, это вообще борода. Полная борода. На плент один уходит. Бомба встала. Ну и бомба явно стоит на Б. Фнатик просто ждут. Просто ждут. Они понимают, что нахрен нам идти сейчас на фармганы, кормить деньгами соперника, когда мы можем с пистолетами спокойно сделать 3-4 минуса. Ну тут хотя бы 2 бы залетело. Ну и, в общем-то, кураж купив вот эти вот, по факту, фармганы, просто так потратили деньги, и им с этого даже ничего не залетит. Вы посмотрите, Фнатик просто не умирают. Ну, статистика живучести будет, наверное, жесткой. Дэвил Волк единственный, кто умер, и, в общем-то, все остальные игроки остаются в живых, остается Дигл. Ну, вторые арморы сейвить надо, а здесь их 4, и правильное решение от Фнатик, очень правильное. На экране Пронокс, капитан шведской команды. Именно этот парень, вот, кто не знает Пронокса, я могу, не знаю, я вообще восхищаюсь такими пацанами, как Пронокс, потому что, ну, в плане, как игрок он, да, как игрок, я просто помню, сколько времени он тратил в 1.6, чтобы вылезти на уровень. Сколько играл чемпионатов и играл даже в банде с Гидрайтом. Вот у них, помню, была команда молодых и горячих, называлась она Giants. Так вот, эти парни переворачивали тот самый титулованный SK Gaming, в составе которого играл Вали и прочая банда, даже Spawn. Ну, короче, полное веселье. Вот шанс сейчас вроде был для GV реализовать диглеточку, но шансом не воспользовался GV, скормили его на гранату. Кураж зашли в дым, контр от мидл. Так, ну и при попытке прохода все-таки теряют двоих игроков. Смотрим, как сыграет в пленте Симпл. Сейчас очень... Ну, вот очень важно сейчас Симплу было просто чекать. Он слышит то, что его загоняют. Ну, Симпл обосрался против Шнейдера. Иначе не назовешь. Испугался, начал паниковать. И стрельба такая ни к чему не привела. Зван пытается добить Дэвил Волка, но не отпускает этот раунд. Ну, какие потери у куражей. Вот если бы еще JV давал минус, то это было бы минус 5. В итоге 3-0. 3-0 каждый игрок, который остался в живых у Фнатик, сделал по фрагу. Плюс это же экономика на девайсы. И куражи вынуждены тратить бабки. Закупаться с дропом. Это проблемно. Это проблемно. Но есть ТВП, его берет Симпл. Давайте смотреть. Респаун, правда, не подходящий для того, чтобы играть с ямы. Да и соперника у него там, по-моему, сейчас не ожидается. Нет, не ожидается. Или ожидается. Но Симпл, тем не менее, все равно будет стоять и ждать какого-либо экшена. Ну, с ВП, конечно, против Фнатик. Это интересно, это правильно, с учетом того, что Fnatic, чувствуя внутриигровой авторитет, могут позволять себе различного рода аркады, поджимы, пуши, не знаю, называйте как хотите. Но если... если все же будут аркадить, Simple их будет собирать. Но пока задача для Simple и команды усложняется в 5 раз, им надо... атаковать через дом главку, где их, в принципе, уже зачекали. Фнатик, кстати, контрят все практически по инфе. Позиции тоже жесткие. Шнейдер вообще по красоте встал. И кураж просто раскидались на главке. Что-то постояли-постояли, попростреливали, подергали-подергали. Отошли обратно на мидл, чекнули дугу. И Фнатик нигде не вылезли. Никого не поймали. Ни на живца, ни на мертвеца. Z1! Хороший тайминг и достает врасплох JV. Тот был не готов, тот уже точно аркадил на инфу, ожидая то, что, скорее всего, коллектив стянулся. И вот такой вот Simple с АВП здесь ловит флешку, Блейд разменивает, 3 в 2. Надежда еще есть, если World Edit даст 2 безответных. Они должны быть, но он уже начекал игрока, который ждет 15. World Edit, отлично, минус Шнейдер, выход в план, пункту прячется Флюша. И Флюша застает врасплох World Edit, и минус бомб керри, 10 секунд, в безвыходную ситуацию попадает капитан команды. Кураж, это Блейд, и Флюша забирает его ваншотом. Блейд, тем не менее, без борьбы не сдается, забирает перекрестку от Дэвил Волка, но Фнатик берут первые девайсы. Но какой ценой, какой ценой? Потратили практически все деньги. Ну, вот пошел маг, пошел петушок у Пронокса, как видим. А вот у Кураж будет сейчас опасная пистолетка. Так, две чешки, нет, одна чешка, один дигл и 2 по 250 в арсенале Кураж Гейминг. И давайте смотреть. Снова играют на дугу. Ну, тут Пронокс как бы позволяет себе, конечно, сейчас очень-очень много лишнего. И вот здесь пытались Куражи его догнать, влетает дым. Ох, как казнил World Edit Пронокса. Ну, тупо на уровне. Просто подождал и тупо на уровне застрелил в спину. Но дальше тоже что-то нужно делать. Ваншотить не получилось с диглетки у Симпла. В итоге дигл сдох в яме и... О-ла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 -
которая заканчивается тремя фрагами от Флюши. Ну и тут уже, по-моему, Кураж сейчас должны понимать, что если уж сидим-халдим, то смотреть и ждать в пятером дугу не стоит. Это такие парни, как Дживиз, просто залетают в спину, и это я не знаю, как описать. Это прямо черный юмор со стороны шведской команды. Шнайдер. Не пойду я стреляться с тобой, Симпл. Я знаю, что у тебя ВП, говорит сейчас Шнайдер. Фнатик поджимает дугу, Пронекс, Дэви Волк. И все, что остается, Кураж, это только пытаться организовать атаку и построить ее хотя бы до дома. Ну вот выжидание агрессивного стиля от Кураж, видите, оно совсем здесь ни к чему. Они, наверное, хотя вообще любая команда, где командует Блейд, играет медленно. Это факт, которому 10 лет. По-моему, можно так, наверное, даже высказаться. Ну вот так вот Симпл здесь просто на классе спокойно перестреливают. Блейд говорит Симплу: ну подберу я твое ВП, смотри, молодой, как надо делать. Отстреливает Пронекса. И пошла раскидка. И Библа чекается. И в итоге Флюша. Ого-го-го-го. Сейчас Шнайдер будет выходить на моменталку. Чек 15, чек мидла. ВП от Блейда. И Шнайдер казнит. Выбивает бомбу. World Edit падает в пески. Так. Нет, Зелон упал в пески, но не справился с JV. И, в общем-то, с World Edit остается опять в ситуации достаточно неловкой. Вот видно, что World Edit самый живучий за 6 раундов. Но почему-то... Ух, такому чуваку надо научиться выходить просто в плент. Ну, вот он остался сейчас последним. Мы все знаем прекрасно, что он жестко стреляет, но здесь нет таких ситуаций, где его как бы жесткая стрельба была бы эффективной. Здесь Fnatic просто играют в закрытый Counter-Strike. За защиту будут играть, скорее всего, в медленный Counter-Strike в атаке, а вот Кураж пока просто играет медленно. Ну и вау, сейчас будет вау. Вот так вот. Сходил на второй мидл Шнайдер. Ну, его сейчас должны здесь забирать. Да, забрали Шнайдера. Но при попытке поднять девайс тут есть Флюша. Ну, короче, агрессивный поджим. Все, Fnatic понимают. Fnatic, наверное, сейчас поняли, что сейчас еще один пуш будет, скорее всего. Давайте смотреть. Есть респаун у Флюши. Ну, центральные респы вообще, по сути, получили сейчас у Фнатиков. Так что у атаки у нас тоже по респаунам пока. Ну, есть один респ от Блейда. Вот если будет закидывать дугу, будет хорошо. Но, по-моему, пойдет... Да, пойдет именно на дугу, либо на мидл. Фнатик принимает решение взорвать Б. Вау, 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 там Блейда залетело, просто жесть. Молотов антиподжимный и Кураж контрят. Кар. Но Фнатик просто не лезут. Фнатик понимает, что сейчас наступили на самое больное место команды Кураж. Это та самая дуга. У Блейда 25 после двух грен осталось, у Симпла 19. Фнатик, конечно, беспристрастно просто и хладнокровно здесь остаются стоять на позициях, даже вот не испытывают желания аркадить. От флешки играет Пронекс. Ну, Кураж озадачены, конечно. Что делать дальше, когда вы пострадали сразу по двум фронтам? Дом занят призраком, но от него пока тоже никакого проку нет. Я имею в виду не от призрака, а от позиций. Опять же, здесь нужно, вот, чтобы Кураж в этом матче, чтобы Куражам выигрывать, как бы, да, хоть какие-то раунды, им нужно просто четкое понимание того, что занимает Fnatic и как. Так, ну вот вылез Пронекс на Симпла, и это, по-моему, первый фраг Симпла, или какой уже? Третий фраг Симпла, ой-ой-ой. Забрал дугу. Кураж закидывает апленд, но чешется у них отойти на Б, залетают флешки. Так, с раскидки все нормально. Плент зайти удалось, Z1, минус JV, допрятался JV-шка. И бомба уходит на Б, Fnatic укрепляет апленд. Но это сейф. В общем, тактически сейчас Кураж обыгрывает команду Fnatic. Но при перестрелке не уходит. 4 в 2, бомба Б, все. Об этом известно. На 5-й секунде она ставится. Ну вот для Fnatic, конечно, стиль игры команды Кураж — это потные парни. И против потных парней... против потных парней бегать на хелпу никак не очень уж хочется. Ну и в связи с этим, скорее всего, шведы сейчас будут занимать что-то агрессивно. Либо дом, либо дугу. Чтобы не было вот таких вот перетяжек, будут сразу пытаться нейтрализовать там основное звено. Ну или хотя бы какие-то опен-фраги давать, чтобы в меньшинстве команда все-таки теряла нить к раунду. Но 4-4 и Блейд молодцом. Обыграл Фнатиков. Тут именно Блейд сыграл, как бы, да, свою роль. Ну, ситуация, конечно, тоже интересная получилась. Z1 убил с песков.
Убил ковры, как бы убил парня в песках, остался напрягать. У Фнатик уже не было выбора, как стягивать Devil Волка, потому что, скорее всего, это был раш. Скорее всего, это был выход на А для Фнатик, но бдительность шведов была подорвана. Легким мувом через центр. Счет становится 4-4, матч продолжается, и давайте смотреть, что продемонстрирует нам сейчас JV, который берет АВП и готов уже карать. Минус Симпл. JV нестандартен. И на мидл никто не идет. Никто не идет на мидл. Полтора не выходит. World Edit. Так, change device и World Edit. Так, Blade падает на дуге. World Edit пытается убивать дугу. Минус World Edit от JV. Проход на полтора. Все еще остается контриться. Ну вот тут шведы, конечно, видите, поджали сразу, да, и Кураж уже ничего не могут предпринять с этим. Призрак каким-то чудом там вылез из сена, убил бомбы центр. Затуан идет за Флюшей. Флюша его спокойно принимает. И все, и Костя остается последний. Флешка, Флюша, ну, все понятно, 5-4. Всего-то поджали дугу, и Кураж уже не знают, что им делать. Вот вам и выводы. Вот вам и выводы, господа. В доме призрак? Вау! Ну да, такая игра слов, конечно, получается, но что поделать. Что поделать. Итак, ну, пока эко-раунд, наверное, стоит посмотреть. Общий анонс сегодняшних матчей. Еще раз, друзья, заглянуть на него. Hellraiser сегодня обыграли команду Na'Vi со счетом 16-12. Команда Courage сейчас проводит свой матч с Fnatic. Далее мы будем смотреть немецкое дерби команды Маус и Alternate Attacks. Потом шведское дерби команды Ниндзя в пижамах, команды Fnatic. Ну и вот здесь вот у нас в одну плашку матч не влез. Следующий, пятый. Мы будем смотреть встречу команды Clan Mystic и команды Na'Vi в полночь по Москве. Я вообще москвичей всех поздравляю, потому что время наконец-то перевели на летнее в Украине и в Европе. И теперь разница составляет всего лишь час, как бы, с киевским временем и 2 часа с центральноевропейским. И, соответственно, вы сможете смотреть эти матч... Ну, вы сможете смотреть, по крайней мере, еще в полночь можно посмотреть матч до часу ночи, там, до двух, да, и лечь спать. Так что... Я сам рад, если честно. JV. Ой, JV, по-моему, видел ковры. Нет, ему даже их видеть не надо было, он просто ждал. Ну, начало плохое, призрак дом не занял. Так, призрак в доме! Кого он первым будет пугать? Пугает Шнейдера, пугает насмерть. Надо напугать второго. Нет, World Edit ему помогает, редактирует JV-шечку. Призрак выходит на апленд и готов сейчас просто разрядить всю свою эктоплазму в плент. Зажимает во Флюшу. Я сейчас просто слышу, как он кричит «твою налево за ногу», как это произошло. Пронокс. Никого не вышибает с апленда. Ну, знают сейчас куражи то, что есть один игрок с малых. Симпл сразу берет его под контроль, убирает с песков. Все, это можно, в принципе, здесь... Знаете, игра-то равная пошла. Вот атаки все-таки в последние секунды раунда реально застают Fnatic врасплох. Правильно пока что все делает Блейд. Все правильно. Но в этом раунде Fnatic недостаточно агрессивны были на дуге и на центре, поэтому закончилось все вот так. Но игра на равных, я очень рад. Я очень рад, что появляются способные команды из СНГ давить шведские коллективы. 2 раунда разницы сокращаются, и это будет всего лишь 1 очко преимущества для Fnatic. Ну и раунды по сериям, как вы видим. Первая серия из 3 за атакой. Это Блейд и компания. Ответ на 4 раунда. Разрядной раунд на 8-м. 9-10 дают, 11-й берут. И остается буквально всего ничего до конца первой половины. И счет сейчас за... Ну, Кураж уже в зоне комфортного счета, в принципе, если им достаточно 5 за атаку. Но какая у них защита, я не знаю. Просто Fnatic могут обыгрывать на классе также, начиная со стрельбы. И вот, как видим... Ну, видите, да, Simple стоял, ждал. JV просто сыграл крайне нестандартно и подловил украинского игрока. Раскидка Б плента, но там Fnatic готовы принимать. Сейчас, по-моему, будет больно кому-то. Но здесь есть господин Кривошеев, который может сейчас показать. Ну, блин, Fnatic какие? Еще из Б3 откидываются. World Edit занимает первое между. Не чекает Дэви Волка и... Вау, проблема. Ну, тут все, ванал, карнавал для Кураж Гейминг. Просто остается Блейд, который пытается. Давай, ну, одного хотя бы. Хорош! Все, отстрелялся, минус сделал, 7-5. Fnatic впереди на 2 раунда снова, и Кураж их не догнали. Минус бабло, а бабло побеждает любого оппонента, особенно если вы в атаке. Здесь придется сливать. Ну и
первая половина все-таки будет за шведами. Хотя, может, Кураж сейчас в стиле Hellraisers возьмут пистолет и навтычут. Навтычут шведам где-нибудь. На, посмотрите, там какие пушки взяли. Призрак вообще просто. Ну, я хочу на это посмотреть. Какие ж пушки. Ну, кого-то чешка, у призрака ТЭК-9 нормально. Ну, вот тут призрак, скорее всего, исходил из логики. Ну, она ж мне выпала, я ее и купил. Че, красивая. Ладно, шутки прочь. Обычная эко. Вот так вот в парочке. Дожидается Z1 здесь же World Elite и middle пробит 3 в 2. Смотрите-ка, пистолеты удалось реализовать. Шнейдер в крысу играет на атаку. ВП чекающая, мид уходит. И сейчас, в принципе, позиция Шнейдера является здесь ключевой. Ну, его заметили, все. Такой... Семь шесть. Самоуверенно сыграли Fnatic. Самоуверенно. Ну, вы видели, да, как они стояли на 20. Ну, вот, наверное, JV бы точно никогда не подумал, что Z1 стоял в этом доме и специально дожидался World Elite, чтобы вдвоем против одного сыграть на 20. Он-то думал, сейчас я на классе, на скиллочке своем с АВП тебя как приму, а в итоге просто принял в голову и... Все плохо закончилось. У Fnatic, кстати, первый эко. Или второе эко вообще за половину. Ну, еще раз JV начинает играть нагло. Чем наглее действия Fnatic, тем проще Кураж здесь просто брать свои раунды. Ну и на 8-7 будут бороться команда друг с другом. Если здесь, конечно, Флюша не покажет какой-то нереальный дигл, у него, по-моему, уже чешется. Ну, посмотрите, сразу уходит. Даже не остается стоять, ловить кого-то. Второго проходящего. Все-таки элемент волнения присутствует в игре шведов. Но это эко. Это какая-то мыльная опера. Snoop Doggy Dog просто раскидал. Порвал призраку из Z1. Голову. Головы. 7-7. Ну что ж, раунд преимущества разыгрывается. И первая половина, в принципе. Кому она достанется, узнаем прямо сейчас. Давайте посмотрим, сколько играет Blade. А как по нему? Никак не посмотреть. Эй, я же кликаю левой. Ну ладно. Погнали. Blade, яма. Ну, слоуплей с второго мидла, опять же, от команды из... Украины. Или России, не знаю. Организация точно русская, а вот что касается национальности, все мы понимаем, что там 4 украинца. Ну, если кто-то из Севастополя, то может даже и не 4. Так. В общем, очень педантичный Кураж подходит сейчас к последнему раунду в первой половине. Но оно правильно. Последний раунд вообще надо брать, поэтому правильное решение. Так, Фнатик готовится занимать дом. JV проходит первый, не убивает ковры, но дает нормально, попадает. Ну, слушайте, агрессивный мид от Fnatic продолжается. Я не знаю, сейчас Кураж будут его ретейкать или нет, но явно здесь не стоит как-то спешить, рисковать. Ну, Fnatic на нервах сейчас играют, хотя может быть и наоборот. Ну что ж, капитан перестраивается под атаку, отдает бомбу World Edit'у и вместе с Симплом уходит на B-плент разводить, по-моему, B. Да, это будет фейк-игра под A-плент, дом будет сидя ждать. Призрак в ожидании, World Edit тоже, вместе с бомбой на полтора. Симпл пытается залезть сейчас на... Ну вот будет пытаться катушки убивать, но в итоге уже не получается, чекает катушки. Вау! Ну и... Ну и 3 в 3, апленд, по-моему, чем закончится, уже понятно. Если только призрак не потащит. Ну, призрак может сейчас собраться и дать еще две башки. Не-не-не, все, пески проиграли. И вот так вот увидел Шнейдера, не убил. 8-7 за Fnatic, в общем-то, в первой половине. Ну, неплохой результат для команды Кураж. Я бы сказал, даже очень хороший. Ну, вообще, они играют с французскими командами. Берут до 11 раундов, у них уже получается играть намного лучше, чем раньше. Ну, мы, в общем-то, узнаем у Блейда скоро, что, как, почему, куда. Может, даже интервью с кем-то сделаем у Куражей. Вообще, в планах приглашать игроков просто...
много-много-много. Статистика перед вами на экране за первую половину. Дальше, друзья, напомню вам, у нас по расписанию будет матч Mouse Sports против Alternate Attacks. И вот там вот будет интересная заруба. Очень. Мне интересно, как там сейчас Крис Джей будет с бандой играть. Они там замену как раз сделали весьма хорошую. И, возможно, надеются на победу. Так, Хлебушка, попрошу в чате не материться. Вообще, в чат матом не пишите, там бан. Я понимаю, что вы все подписались, заплатили за это деньги, за этот чат. Но в первую очередь вы поймите, вы эти деньги закинули за то, чтобы нормально общаться. Чтобы не было кучи-кучи всяких сообщений, какафок и всего прочего. Что ж, матч продолжается, и давайте смотреть, что будет делать Фнатик. Проходит на Б. О, Блейд угадал. Блейд угадал, но вот Шнейдер уже скилл показал. Две башки, что творит? Команда ждет под Молотовым, и Шнейдер просто разбрасывает Б-плент. Фнатик уже, по-моему, абсолютно не важно, есть ли там укрепление или нет. Они просто заходят, ныряют. JV в дым, минусует суппорт, видит белого Симпла. Симпл должен ответить. JV лад, Симпл выбивает. Отлично, 2 в 2. 2 в 1. Фнатик все-таки закрепили. Плент Б3 снято, и от Симпла сейчас зависит все. Вот пытаются Фнатик уйти, Симпл пытается их отрезать. Нужен хедшот, и хедшот дает Пронекс на отходе на ноге. Симпл дохнет, 9-7. Фнатик берут первые пистолеты, несмотря на то, что Кураж угадали, им немного не повезло, и Фнатик... Ну, тут уровень, тут просто уровень. Шнейдер, вы видели, что сделал. Абсолютно спокойно, хладнокровно расправился с двумя. Кураж запаниковали, увидев его одного, и ничего не смогли с этим поделать. При том, что они понимали, что на дуге, скорее всего, есть еще кто-то. Их там было четверо. Зачем? Зачем было отходить обратно? Непонятно. Ну и невнимательно сыграла хелпа. Фнатик, конечно, очень хладнокровный. И вот именно эта хладнокровность как бы им не мешает брать в таких моментах сложных. Так, ну вот World Edit решил здесь просто так не сдаваться. Закрыл шведского капитана. Тем не менее, выход играется до конца. Призрак играет. Так, Simple пытался закрыть. С диглом не вышло. Блейд. Шнейдер его спокойненько снес. JV. Спокойная серия фрагов. 10-7. Ну и все, что мы сейчас, наверное, с вами будем наблюдать, так это просто сплошной набор раундов команды Fnatic. Вот что я вам скажу. Но если Кураж выйдут за 10, будем за них рады. Так. Надо проверить, залился ли у нас вот Na'Vi против Hellraisers. Да, все, появилась запись уже. На YouTube можно ее будет посмотреть. Кто-то пишет too easy for Fnatic. Yes, I think too. Ну что ж, команда Кураж. Что будет... Команда Кураж, сколько затащишь? А потом почем продашь? Так, ну это залет уже. Вот смотрите, Фнатик играют абсолютно так же, да? Против пистолетов, только... Здесь Кураж дай... Ой-ой-ой, как сейчас Симплу было больно. Он точно Дэвил Волка не ожидал увидеть на мосту на втором медле. Ну и Фнатик уже зашли на Б, по сути. Флюша тут... Ну все, Флюша достал топор войны. Топор войны раз, топор войны два, топор войны три. Б, чисто заходи, с бомбой заходи. Ну что, где бомб кэрри? Вот он бежит, Дэвил Волк, ставить эту потную бомбу. Остался World Edit, подождите, может отредактирует сейчас парочку шведов. Вообще, может... Вот первый пошел, второй шапку нашел. Вот это лол. Вообще World Edit, друзья, вот показал, зарекомендовал себя в начале, как бы, в начале развития CS GO и спортсцены. Как такой достаточно многообещающий персонаж, но что-то в России ни одна команда не заиграла. Ну вот был шанс там у Dat Team играть нормально, но не справились. Сурсеры. Может, кто-то из стариков сейчас реально вернется. Кто-то нормальный, кто брал титулы, не знаю, по крайней мере, хотя бы на международные турниры слабо выигрывал. Но таких кибертуристов у нас в России было полным-полно в 1.6. В GO хотелось бы вот сразу увидеть нормальную команду, а не кого-то там.
их 15, Simple минус Флюша. Хорошее начало для Кураж. Но они агрессоров до конца не контрят. И смотрите, куда зашел Пронокс. Но вот закрыли, закрыли Пронокс. Джейви пытается дублировать. Должен был убивать Плент. Все, убил Плент спокойно. От АВП отошли, но Simple забегает. Simple просто огорчает. Сейчас игра команды Fnatic. Он тупо в спину ломится, убивает. Остается Дэви Волк. Смотрим, знает об одном в песках. Идет за ним, видит в осадку. Ну и все, здесь он просто не выживает. 11-8, Кураж берут первый девайсный раунд. И это определенно интригующе выглядит. Может быть, дальше даже покажут игру пожестче. Ну посмотрим, сейчас Fnatic могут ответить просто быстрым раундом. Без попытки попробовать сыграть на Б. Ну, по-моему, с Аплентом им уже понятно, как там что делается. Вот, могут разыграть на Б. Но сейчас такой достаточно интересный бай. Смотрите, опять-таки, авик есть у Фнатиков. Два игрока медленно разыгрывают Б. Ну, это будет, скорее всего, пошаговая игра. И в конечном итоге пойдут на Б. Возможно. Вот, JV ждет. Ждет, Simple ждет. Иди ко мне, Simple. Он дуэли хочет, скорее всего. Он мог сейчас сделать дабл килл по курицам. Не знаю почему. Меня бы соблазн убить двух куриц сразу в ряд сорвало, я бы просто это сделал. Ну что ж, уход на Б от Fnatic, в принципе, и предполагалось. Но после такого затяжного длительного холда еще и призраков дым убивает белый Флюша. Жесть. Так, не дали реализовать АВП. Simple сейчас хорошенько раздал. Ну и выход на Б-плент. Давай игрока будет принимать. Simple, в принципе, успевает. Но Fnatic играют до контакта, и это сейчас немножко может озадачить игроков Б-плента. Мне интересно, что там думает Блейд. Блейд, наверное, думает, что это фейк. Летает флешка. Все, пошел топот. Блейд минус Дэви Волк. Но тут уже не справляется со стрельбой. Simple, правда, спасает ситуацию, полностью вырываясь на кафель. И Флюша. Ну, что ж будет? Simple, добей. Нет, ну вот Simple забирают, но тем не менее граната решает все. И в преимуществе в два игрока заканчивается этот раунд для Кураж. 9-11. Вот это да. Вот это да. Это боль. Это боль для шведов. Кураж сейчас начинают нас радовать. Simple вообще просто разъяренно зашел на кафель. Вот такой игры я от него и ждал. Именно вот такой игры. Потому что этот парень, ну, он молодой, горячий, да, может побегать, пооркадить. А тут крайне неадекватно просто. Но с огромной мотивацией, с удовольствием. Я бы сказал прямо вот простой фразой, как выражается один мой хороший знакомый. Но матом нельзя в эфире, к сожалению. Так, 4 в 5. И Simple сейчас будет делать второй фраг. Ну да-да-да, вы вышли на 15, давай. Третий пошел. Четвертый тоже хочет туда прийти. Ну, Simple какая-то моменталка от тиммейта залетела кривая. Четвертый пошел. Ну, это эйс надо давать. Ай-яй-яй. Есть эйс от Simple против пистолетов, правда, но тем не менее. С АВП и 11-10, господа. 22-й раунд, вторая половина, и шведы сейчас были... мягко, так сказать, удивлены поведением своих соперников. Не ожидали они от Куража и взятого раунда на Б, но Блейд Симплом сыграл жестко. И, по-моему, сейчас Fnatic понимают, что все-таки есть, кроме Na'Vi и Ashera, с кем рубиться на равных. Правда, мне кажется, что шведы просто еще не до конца в игру включились. Так, ну вот пиксели от Флюши. Вот смотрите, вот эта вот рисочка там, квадратик, который в конце, да, он, по-моему, даже достает. Не, ну вроде через бревна эти можно прострелить. Раньше простреливалось. Что ж, шведы заняли центр. Одна минута до конца раунда и думают, какое бы решение принять, и было бы оно правильным. А то бывает часто так, что ты туда заходишь, а там не до этого. Принимаешь решение, выходите на А, а там просто пятеро ждут. Ну вот теперь сейчас, вот сейчас Simple должен давать просто на максимум себя отдавать в снайперской игре. И да, вау, третий давай, нет, не успевает просто навести зумом до Шнейдера, но сыграл на ура на 15.
В этот момент Флюш от Rising Bplant, Бомб Кэрри заходит сюда, но здесь Блейд и Призрак. Призрак зачем-то идет к Блейду, надо идти на катушки. Они встают в разменный огонь. Призрак, займи катушки, встает на прострел, вшивает, но прострел не работает. Игроки минуют эту опасную зону. Шнейдер выцепляет World Edit, создавая видимость атаки на Bplant, но бомбу уже видели. И из-за того, что... Ну вот Кураж просто сейчас испугались, обосрались. Если Призрак остался стоять на гребаных катушках, то это... то можно было бы давать просто фраг, и бомба бы не встала. В итоге Призрак выходит на перестрелку, дохнет, выходит и дохнет также. Блейд остается за Туан. Какая боль просто. Все, что нужно было сделать, это встать Призраку на катушках, чтобы делать open фраг. В этой ситуации, при выходе шведов на Б, они заняли плент просто бесплатно. И шведы сейчас тупо на классе переигрывают команду Кураж, которая запаниковала и испугалась. Ну не ясно. Понятно, что на есть агрессор, но инфы-то по бомбе не было. Зачем он так? Зачем он так? За что он так это сделал? Можно было просто дождаться. Какая жесть. Вот когда такие раунды видишь, реально обидно становится за наши команды, что не хватает в нужный момент. В нужный момент просто элементарного терпения. Зная уровень соперника и... Знает уровень соперника, вроде все ок, но ничего не выходит. Так, Simple и... Никакой. Никакой халявы для Simple в этот раз. Пытается уйти обратно. В общем, те же самые позиции будет от Courage Gaming. Вот что скажут сейчас Team Fnatic, узнаем. Вот прямо сейчас и узнаем. Пошли на мидл, быстро Флюша дом. Ну, тут будет тупо раж двадцатки, без раскида, без всего выходят. Z1 прием, видит голову, хорошо. Первый минус есть уже легко. World Edit, Assist Fire, минус JV на двадцатке. Видит отходящих в доме игроков. Закидывает гранатами World Edit, а в плент пытается просочиться Флюша. Так, ну вот под прикрытием Флюша два игрока в плент просочилось. Но Z1 сейчас должен делать просто весь раунд для своей команды. Ай-яй-яй-яй. Simple подстраховал. 1-2 остается Шнейдер. Пытается ловить Simple. Ну вот, отвлекаясь на Simple, проигрывает нужные секунды. И Призрак успевает забежать в аркаду. С мидла 12-11. Снова наступает Кураж на пятки. Фнатиком блестящий прием агрессивной игры от шведов. И это шанс. Это шанс, где можно перевернуть ситуацию. Сейчас уже, я уже сейчас даже верю в то, что Кураж могут здесь выиграть, если захотят. Но Фнатик действительно пока однообразно в атаке. Однообразно и чего-то готового не демонстрируют они нам. Вообще, вот текущее турнирное положение такое, что Фнатик занимает сейчас пятую строчку. Ну и эта команда в этом сезоне также поставила приоритетом StarLadder. И это на самом-то деле... Это на самом-то деле очень интересно, потому что... Все хотят на лан, все хотят в арену, все хотят матчи на сцене, все хотят доказывать и показывать. Важный пистолетный раунд от команды Fnatic, важный он для команды Courage в первую очередь, потому что если они его не возьмут и не обыграют, то Fnatic просто додавит и развернут. И счет будет вообще совершенно убогий. Но если сейчас, да, все четко принимается, попадает, ну вот... Вообще слов нет, но фуф, убили Пронокса. В пленте остался еще один живой. Глуп брых на Призрака, без шансов от JV. 2-3 будет установлена бомба, есть девайс. Остается опасный Флюша и очень жесткий JV. Ну вот клатч раунды — это их мейнстрим. Флюша с диглом B3. И вот здесь уже есть сюрприз. Simple, уверенно. JV минус Simple. Ну и тут отлично играет World Edit, спокойно просто. Чё ты спреешь, Вася? Чё ты спреешь? Я тебя так убью. Так, ну бомба дефится, вроде успевает задефузить ее за ван, слава богу. Китов просто нету, вот искал сначала, искал, в итоге нашел. Ну и АВП сейвится. Ну что ж, Simple на АВП, 12-12, раунд за выход вперед. Фнатик будут играть бай, смотрим на JV, будет ли у него авик. Нет, у него АКМ, 5 АКМов, есть первый респаун для Шнейдера. И чуйка мне подсказывает, что это будет Б. Знаете, вот стратегия. Что делать в сложном раунде? Storm of the Front. Би-б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 и. И все, и побежали. Go-би, yeah, давай. Storm the front. Move your body. Ну, нормально, зашли на дугу всей бандой. Ну и, соответственно, я не знаю, переживут ли сейчас Кураж эту атаку, но Fnatic настроены, как мы видим, очень серьезно. Не, у Кураж позиции близкие, хорошие. Блейд, как так?
При первом выпаде никто никого не убивает. Это провал. Блейд убивает Флюши на 4 в 3. Смотрим деньги команды Кураж. Надо сейвить. Забей на эту Б. Надо парням забить на это Б и просто пойти тупо засейвить. Потому что сейчас все, вот он, перехват инициативы. Ну, Фнатик просто железно все сделали. Ну, вот надо было 3-2 сейчас сейвить. Теперь уже будет 14-12. Это не совсем то, чего мы с вами хотели. Не совсем то, чего точно уж хотела команда Кураж. Она хотела Куража, получила какой-то шантаж, я не знаю. Бэплента. Прощай, Симпл, говорит Пронекс, и 13-12. Ну и нет денег у Куражей. Вот три девайса надо было сейвить. Зачем поломились? Что за хрень? Вот понятная ситуация, что Бэй не выбить уже будет. Хоть ты 100 флешек там кинь, хоть, не знаю, 150 их туда заряди, Б уже будет не выбить. И все равно пошли на ретейк зачем-то. Но это какой-то самопроизвол от Зуана. Если бы не сдох, остался, могли бы неплохо, во-первых, отрезать, при том, что, имея АВП, могли бы еще и с медла отрезать. Ну, в итоге Кураж играет пистолет, и на них тоже есть вся надежда. Вот едва-едва сравняли счет и сразу отдали инициативу из своих рук снова шведам. Фнатик, конечно, приятно на классе такие раунды выигрывать, но... Вы сами видели, как по стрельбе проиграли очень жестко Блейд плюс Призрак в паре. Вроде вышли-то нормально, но почему-то Призрак не убил, а Блейд, зажав одного, потерпел от другого. Призрак минус дуга оставляет красного еще одного игрока на дуге. Это был Дживи, если я не ошибаюсь. Да, Дживи. 2 хп осталось. Призрак плотно попадает с этой новой чешки. Остается на Б, ну и Фнатик думает, что надо идти на... Кураж не теряют инициативу, и укрепление их пока что еще не рассосалось, поэтому, может быть, даже повезет кому-то и будет легкий минус, легкий фраг. На секунду позже начал стрелять Зуан, и, как видим, халявы не будет, игра в пленте. Но тут железно Фнатик должны занимать. Так, как он выжил вообще? Что это было, я не понял. Как он выжил? 2 в 2. Призыван. Ай-яй-яй. Ну давай, вот призрака надо. Призрака на мясо. Призрака на мясо как можно быстрее. 2 красных. Как World Edit выжил, я вообще не знаю. Но раунд явно... Ну раунд явно сейчас просто на счет 13-13. Я буду в это верить. Ну куда? Почему ты не стреляешь? Купите Зуану компьютер. Ну видно, что в FPS, наверное, присел. Не успевает просто увидеть модельку оппонента. Призрак действует очень медленно. JV пытается крыть 20-ку. Просачивается Зуан. Ну вот как так? Есть минус в пленте. Вдвоем давят. Надо дефить бомбу. Ай-яй-яй-яй-яй. Дефузов-то нету. Садится дефьюзить. Жопа открыта. Ну тут... Натупили. Куражи. И раунд отдается. Ну чё? Что вообще? Почему он... Вот почему боятся? Проблема куражей в том, что для них пока еще присутствует внутриигровой авторитет оппонента. Ну видно то, что просто боятся зайти как-то в пески. Ну понятно, что хотели сыграть красиво, но если бы призрак, например, не полз, и даже если бы он умирал, можно было бы тупо дать инфу, что чувак в пленте убить плент и садиться в этот треугольник дефузить. Подходящего игрока атаки бы в любом случае Зуан услышал. Эх, жесть. Вот стрельба Зуана, конечно, здесь подвела. Если бы был минус в песках тоже от него, да, и возможность была 2 раза убить врага, просто сыграл невнимательно. Не ожидал, что будет настолько жесток с ним швед. Могло быть просто 13-13, теперь 14-12. Последний бай для Кураж Гейминг при додаче 15-го. Фнатик просочились на КТ респаун, предварительно раскидав смоками хелпу. Их, в принципе, здесь ждет Блейд. Симпл убивает. JV. Минус Блейд. Минус Симпл. Нет, Симпл. Собрался, убил сплит игрока. И шансы на ретейк есть хорошие. Но Симплу нужно занимать уже было сейчас церковь. Все, подходит по церковь, чекает упор, в упоре никого. Пронекс идет на дугу. Как сыграет Пронекс сейчас против World Edit, я не знаю. Да, в свою пользу. Ну и Симпл с Зуаном, 3 в 2. Ну тут уже 15-м раундом пахнет просто как никогда. Ну, короче, в общем, Кураж сейчас просто проигрывает этот матч тупо в писечку, потому что вот им не хватило реально чуть-чуть. Просто чуть-чуть. Я думаю, если они потом посмотрят демку, то сделают определенные выводы, и уже у них не будет вот этой неуверенной игры в тех моментах, когда нужно действительно быть собранными. 15-12, денег нет. Ну, как видим, на что хватило, то и купило. Говорят, сейчас Кураж и... закупаются магом.
UMP, SSG, Deagle, дробовик, первый минус вообще с гранаты и с... Ой-ой-ой, хорошо. Ну что будет дальше, пока непонятно. Ой-ой-ой. Ох уж эти шведы сейчас, конечно, всосали они при своем выходе на апленд. Хотели быстро и красиво, получилось. Ну и получилось быстро и красиво. World Edit был явно рад. Пощекотали здесь еще. О, вау, вау. Вау, пощекотали Шнейдера, но 40 кп осталось. И Фнатик вдвоем пока еще не сдаются. 2 в 3. Так, Блейд меняет... ССГ на МАК-7 идет на 20. Есть ли моменталка? Нет, моменталки Блейду не будет, но он, в принципе, здесь двоих может закрыть. Это лол, ребята, призрак. Ай-яй-яй, еще одна ошибка, World Edit издернули. Зачем же ты пошел? Вы же 1-1 по точкам. World Edit пишет ГГ, не верит он в господина Кривошеева. Ах, второго-то не ждал. ГГ, 16-12. Ну, что ж, не так уж плохо сыграли Кураж Гейминг. Мы с вами ожидали, соответственно, худшего и думали, что вот Кураж все-таки не возьмут даже за 10. Но, как видим, ребята вполне себе собраны, спокойно и уверенно отыграли в первой половине. Показали действительно блестящую атаку, серия медленных раундов и все прочее. Что мы с вами видели, вызывало восхищение так или иначе, в той или иной форме. Ну и следующий матч, который мы с вами будем смотреть, это встреча двух киберспортивных немецких клубов. У каждого из них десятилетняя история Counter-Strike, но самое главное, что схватка между этими командами всегда противоречивая, принципиальная и очень-очень жесткая. Увидимся с вами после короткого перерыва на матче Alternate Attacks против Mouse Sports. Raise your hands up.